давай дальше, короче, последняя миссия, блядь, осталась. Город-призрак, блядь. Настройки класса, результаты игрока. 2 очка навыков, выносливость. Подтвердить. Описание задания. Зачистить район. Сведения о противнике. Наземные силы повстанцев неплохо обучены, но малочисленные и упорны. Сведения о союзниках. Одна огневая группа КМП США. Подробный инструктаж. Войти в отмеченный населенный район, уничтожить занимающие его силы повстанцев. При обнаружении складов оружия повстанцев уничтожать их. Поддержку будет выделен транспортный вертолет, который будет иногда наводить вас на позиции противника. Если силы противника слишком велики, но вызывайте эвакуацию. В любом другом случае продолжайте операцию до полного уничтожения противника. Короче, сделаем так же все, как сделали в прошлой миссии. Убьем всех нахуй, не найдем 2 склада с оружием, и закончим миссию, и все, ебать. И пошлем эту игру нахуй. Все, и все будет заебок вообще. И вы будете рады, и я буду доволен. Coyote 2 Bravo. Predator Intel's got multiple insurgent signatures in the area. You Marines are to find them and eliminate them. Also, if you come across any weapon or ammo caches, take them out. Coyote 2 Bravo. If you need extraction, either drop IR markers or head for the smoke marker, and we'll pick you up. Ну сажай, ёпта, что ты дрочишь, блядь? Курва ебаная. Быстрее, нахуй. Завтра Том Клэнси 1998, Rainbow Six, пацаны, будет на канале. Сегодня мы кончаем с операцией Flashpoint, типа пародии на родную операцию Flashpoint. Так, короче, там туда, да? Там отход, там зачистить, нихуя, все запутано, блядь. Я уже сам вижу. Ну, на карте только. Coyote 2 Bravo. Advisory. You are now crossing over the green zone into the engagement area. Good hunting. Mustang out. 2 Bravo. Hostile activity west of your location. Да. Contact sniper 50 meters west. Target pacified. Да. Rifleman 300 meters west. Че, остальных не вижу никого, блядь. А че, тут всего один фраг был, что ли? Что-то как слабовато, блядь. Подожди, а сколько тут надо? 3 ящика с этим, с оружием уничтожить. А я не знаю, как они выглядят, а, блядь, не запомнил. Вроде нихуя тут и нету, блядь. Rifleman, 150 meters, southwest. 2 Bravo, I see at least 1 foot mobile to your west. Rifleman, 250 meters. No shooting, I'm coming through. This is Rifleman, 150 meters, west. А нехуй стоять рядом со мной. Rifleman, 150 meters, west. Блях, тут дохуя, а кстати, пиздец, сколько, блядь. Good enough for government work. Так, один где-то здесь, его бы желательно замочить, потому что он может, блядь, спину зайти. А то либо они такие, блядь. Rifleman, 100 meters, southwest, target pacified. Они зайдут, поверьте, блядь. Готов. Готов. Rifleman, 250 meters, west. Так, еще один там где-то, да, еще один есть. Типок. Target pacified. Готов. Готов. In the ground. Готов. Ну в доме сидят там, да, блять, они обосновались там, сука, блять. Rifleman, 50 meters, west, target pacified. Rifleman, 50 meters, west. А чё я туплю? Сейчас я нахуй, знаешь, как сделаю? Я сейчас возьму вот так нахуй. Вступить Team, в бой, нахуй. Team, light up that, rifleman. Oh yeah, on it, devil. No vector on that target.
Воу, нихуя больно, блядь. Подожди, да. In the ground. Так не годится, блядь. Еще эти патроны ебаные надо найти где-то, блядь. Где они есть-то? Давай порыщу, блядь. Так, пацаны, вы за мной не бегите, слышите, блядь? Вы идите нахуй и защищайте там все, блядь. Подавить нахуй там. А я патроны пока под дурачка поищу. Вот это точно не... Вот это точно не патроны, блядь. Two Bravo. There's at least one enemy trooper to the southwest. Да, что-то патронов тут нету нихуя, по-моему. Ну я еще сейчас порыскаю, побегу, может, что найду. Деревушка-то, ну, не особо маленькая, блядь. Не знаю, но вот это она не взорвется, по-моему. Rifleman, 200 meters west. Two Bravo, I see at least one foot mobile to your west. Да, там нету нихуя. Может, тут что есть? Во, не вот это ли? Rifleman, 200 meters west. Ну, вроде коробки обычные. Two Bravo. I see at least one enemy to your south. Dead. Target dead. Ну это, блядь, не патроны, смотри. Смотри. Не засчитай. Видишь, это нихуя не оно. Не то, что нужно, блядь. Блять, там какой-то хуй бегает, смотри, крутой. Target pacified. Rifleman, 75 meters west. Fire in the hole. На, сука, блять. А, куда убегаешь, хуй? Нихуя, там еще и схрон какой-то был, ебать. Two Bravo. Only two more to go. Two Bravo. Multiple bad guys to your northwest. Да ты че, сука, блядь, нахуй, чертила, блядь. Вы че, вообще белины обились? Вы че кипишны, дагия? Да хвостим на схрон, просто зачистим сектор, да и все. Чё париться-то? Пизду, нахуй нам надо, ебать. Искать, бегать по этим всем домам эту хуйню, блядь. Так, чё там, ребятишки пойдут наступать, не? Team, light up that rifleman. Two Bravo. I see at least one enemy to your southwest. Two Bravo. He's inside the structure. Что это такое? Коробки обычные. Хуйня. Так. Там ликвидация стоит. Там какого-то типа надо завалить. Только давай завалим, а чё? Dead. Так нехуй делать, блядь. Dead. Ебать, вот это мне красиво повезло, блядь. Так, нам подлечиться. Уйди нахуй, хули ты протирайся ко мне, сука. Понравился, что ли, я тебе, блядь. Давай, давай, давай еще. Чё, кто, где, кого, блядь? Тут чё, по-моему, один бегает, блядь.
А где он, блядь? Может, что за стенкой, блядь? Да. 2 Bravo, hostile activity west of your location. 2 Bravo, he's almost on your position. А, вот оружие, блядское. 2 Bravo, they've positioned themselves inside a building. Ну-ка, пацаны, отойдите нахуй. Fire in the hole. Сейчас, ебаня, смотри. 2 Bravo. Intel confirms smoke plumes at the cache location. Good work, Marines. Можно, конечно, побегать еще один схрон поискать, но я что-то... Кажется, не найду его, нахуй. Хуй с ним, пойдем, ладно, дислокация. А, еще кто-то, что ли? Нихуя себе, а я думал, все. Вот это поворот событий, блядь. Еще, значит, кто-то есть, хорошо. Сейчас повалим, нахуй. А я думал, все уже, все закончено. Оказывается, не. Ну ладно, сейчас разберемся, блин. 2 Bravo. You got enemy forces to the east. 2 Bravo. He's right on your position. Так, наверное, тут где-то схрон последний, блядь. И то не факт. Там еще кто-то есть. Contact, rifleman, 25 meters south. In the ground. 2 Bravo, that's a clean sweep. Good job. Так. 2 Bravo, coming in for pickup. Так, ну это не оружие, блин. Сейчас я пробегаю, малость посмотрю, да, чуть-чуть вообще краешком. Глаза. Может, что, есть вот этот последняя оружейная хуета. Так, тут я был, по-моему, пробегал уже. Ладно, похуй, покидаем зону, короче, все. Все сделали, в принципе, но... Два тайника с оружием взорвали, да и хорошо. Лучше, чем ничего. В принципе, да? Здесь, что ли, по зданию лазить нахуй не нужны, блядь. Давай быстрее. Да. Бля, сзади, точнее, забыл, бля. Все. Coyote 2 Bravo. Not bad, but next time overcome, adapt and improvise. Mustang out. Все, один склад с оружием не нашли. Зато золото получили, бля. Ну что, пацаны, все, в принципе. Все задания сделали в этой игре. Можно с этой игрой теперь прощаться. Нахуй, до конца. Все, пассивный рубеж, боевой пояс, раскаты грома. Ну и все, в принципе, все. С этой игрой покончено. Переходим на топ-клансер Rainbow Six. Короче, завтра будет прохождение. Если, ну, может завтра, может нет, точно не могу сказать. Короче, это хуйня. Это не игра, это хуйня, ребят. Это помойка ебаная. Конченая хуйта, сука. Не играйте в нее, пацаны. Она нахуй. Она не нужна. Смысла нету. Это кал. Вот. Я просто так прошел, потому что Dead Racing прошел. Dragon Racing, блядь. Ну, в общем, все, короче, увидимся в этом. Tom Clancy Rainbow Six.